Ярмарка «Вертодром» привлекает в первую очередь своей компактностью. Удобный подъезд, много парковочных мест, причем бесплатных. И товар можно приобрести абсолютно разнообразный, от продуктов питания до хозяйственных вещей. Все сосредоточено на одной территории. Здесь закрытые торговые ряды, построены новые павильоны, яркое солнце или наоборот дождь – не помеха покупателям. Везде чистота и простор. У нас преимущество ярмарки тем, что она у нас находится на свежем воздухе, не в помещении, доступные цены. И в совокупности здесь можно приобрести все то, что вы можете купить в больших магазинах, но по доступным ценам. Для любого покупателя в первую очередь важно качество. Свежие продукты от кубанских производителей – то, зачем сюда, собственно, и идет покупатель. Я чайник приобрел хозяйственными какими-то вещами, мясо взял. Вот. То есть все есть, все, что можно, здесь можно приобрести. И сладости, и хлеб, и мясо, и, пожалуйста, тут что у нас? Шампуни, моющие средства. Цена хорошая, не завышенные цены. Ну, то есть все по-человечески, все доступно, все. И санитарные нормы здесь видно. Магазин «Золотая рыбка» предложит как свежую форель, так и рыбу копченую, соленую, сушеную и несколько видов икры. Внешний вид овощей, фруктов, грибов сам говорит за себя. Свежая, привлекательная, качественная. Но приобрести здесь можно не только все для стола. Есть павильоны с одеждой, причем, что немаловажно, отечественных производителей. Приятно к телу, конечно. Допустим, халаты у нас краснодарская фабрика, детское белье – это у нас пятигорская. Карачаево-Черкесия, у нас вязаные вещи очень хорошего качества, недорого. Всегда важен выбор, и здесь действительно он огромный. У сочинцев есть прекрасная возможность, не переплачивая, покупать доступный товар. Торговый центр «Вертодром» работает с 8 утра до 7 вечера. Он находится на пересечении улиц Пластунской и Конституции. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.